Привет! Сегодня у нас с вами героем ролика снова становится мельник, которому добавили пробивную способность и уменьшили размер снаряда. Как показала практика, например, с автопушками по поводу уменьшения вот этого снаряда, иногда это даже позволяет лучше выбивать врагу оружие, делая этот процесс более простым. Ну как будет с мельниками, поехали в рандом посмотрим. Боже, Мандрагора, тебе нормально? У него, по-моему, слева два колеса, справа три. Ну ладно, не суть. Суть в том, что у нас кратер. У меня, собственно говоря, танк, у которого 3700 хп и вонючий дрон, который усиливает все подряд. Что надо и что нельзя. Ну и у меня уже летят ракеты. Ну привет, ракеты. Так, ладно, не так и много я потерял от этих ракет. Ну, конечно, то, что я прусь по самому центру и меня обстреливают со всех сторон, это, безусловно, весело. Дожил. 2800 хп я сюда донес. Опа, щит. Отлично. Живем. Куча красных здесь. Даже не пострелял толком ни в кого. Ну да-да-да, там с горы теперь наяривают. Тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Блин, спасибо, чел. Погоди, надо его спасать. Надо отдать ему вонючего дрона. Смотри, вроде даже удалось их отогнать. Пипец, конечно, щитовик тут выдает. Так, не трогай, не трогай, не трогай его, уйди, уйди, уйди. А, ну ты меня трогать пришел, ну тоже, в принципе, опция, ладно. Все, одну пушку там не отбили. Да, зажали нас тут пипец, просто всей командой давят, вообще всей. А где наша? Точнее, нет, вопрос по-другому поставим, а как они сдохли? Да, спасибо. Меня подталкивают тут в сторону победы. Я и сам туда дойду, не переживайте. О, там какой красивый клиент. Так, один мой дрон направо улетел. О, погоди, этим клиентом надо воспользоваться. Вот и воспользовался. Хорошо. Разброс, правда, довольно-таки сильный. Сарай тут примчался с пулеметами. Мы у сарая, кстати, были на Тунге. А на Тунге это больно. Так, Саманта. Успел ей взрывным одним напоследок отправить. Погоди, давай-ка я лишу хотя бы автопух. Хотя ладно, давай лишим ее крафта. Чудненько. Минус. Вроде столько их уже убили, а их еще так до хрена осталось. Раздаем всем вонючего дрона. И давай помогать. Так, дробовики. Работаю, работаю, работаю. Минус один дробовик. Второй дробовик не успел. Оно убежало. Сзади там что-то еще союзом мурыжит. Союз, живи! Просто минус два пулика. Минус три пулика, минус четыре пулика. До свиданьки. Готово. Так, где-то еще был дроболот, надо брать того внимание. Если, конечно, его не убили, я его ник не успел запалить. Ладно, закрыли его, фиг с ним, обойдусь. Где-где-где? Вижу один там, но он бэкспейсит. Еще один тоже там. А, Мэтьюс, это ты. Да, и дроболон того забрали. Ну и хорошо. Вот, совсем другое дело, когда враги к тебе по одному приходят. 1959 и 15 бензушки. Дубль 3, и в этот раз снова открытая карта. Якоб! Якоб! Твою мать, Якоб! Боже, Оливия, что с тобой? Ну давай вперед. Вот из танков. Так, ладно, давай сюда пока гасить. Раздаем опять же всем дрона вонючку. Сюда что-то поближе подъехало, прям под гору. Опять какой-нибудь дроболот? А, нет. Нет, это просто Энди. Ну ладно, Энди. Раз ты приехал, тебя мы и загасим. Боже, Якоб, как ты мне дорог. Всю на серую машину разворотила, пока эта скотина меня подпирала. Погоди, 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 ни хрена тут танк катает. Это танк с дронами. Давай-ка его расковыривать потихонечку. Оливия, блин, убери свой череп, пожалуйста, пипец. Реально, что с Оливией? Я такой фигни еще не видел. Дробовут. Снова вонючего дрона вызваниваем. Так, этот на ролика несущий, а я еще и перегрею. Мне это не нравится. Погоди. Заткнул сам себе стволы немножко, но зато этого отогнал. Вот дрон здесь, это плохо. Дрон сейчас может мне оружие сбрить. Так, нет, не сбреет. Не собрет. Да, Оливия, твою мышь. Блин, что не так с этими ботами? Продолжаем гасить его пушку.
Минус одна. Все, он убежал. Сюда, главное, пришел такой. Типа, я тебя тут не найду? Найду, я тебя везде найду. О, блин, опять пулик. А вот пулик, скорее всего, мои подраненные миниганы. Да, сбреет очень быстро, я хотел сказать. Ну и что-то на меня залезть собралось. Реально какой-то магнит, походу, делал на крафте. Причем, что для союзных ботов, что для вражеских. Изабелла. До свидания, Изабелла. Так, что здесь? Здесь Стивен у Стивена. Ясно, спасибо. Все, на тему этих можно не переживать. Занимаемся оставшимися. Нормально, кстати, поджопничек еще взрывной был. Погоди, там щиты раскукужили. Надо бы на самом деле войти под эти щиты, просто из-под них уже гасить. А, блин, там еще скорострельные пулеметы, которые нависают. Вот это нехорошо. Вот это прямо нехорошо. Дрона вызвонил. У этого минигана, но показалось или нет, по-моему, один убил. Я не смотрю на то, что там справа вылезает. Это про разрушение, обезоруживание врага и все прочее. Сейчас просто не до того в полубое. Боже, да, Эдвард. Да что не так? Просто помогите, какое-то начинается. Здравствуй, мортира. Как я вовремя дал по тормозам. Проехал бы, кстати, чуть-чуть еще вперед и подставил бы генератор, который за колесами находится. Дай-ка я за эту мортиру возьмусь немножко. Там скелотряс? А, там скелотряс еще сидит. Ладно, давай заниматься мортирой в первую очередь. Мортира, стой. Давай, давай, стреляй вплотную и убей себя. Ну, в смысле нет. Ладно, так тоже сойдет. Так, где там этот скелотряс? На меня прямо идет, смотри. Ой, сейчас ты удивишься. Ой, сейчас ты удивишься. Куда поехал? Удивляться поехал? Слушай, ты слишком быстр. Да ладно, шучу. Пуля догонит. Ладно, будем считать утек, возвращаемся на центр. Два фрага, кстати, уже там. У них остался, получается, один скелотряс и кто там еще? У нас опять-то мандрагора на омнях, на пяти колесах. Так, что-то, что уже сдохло. Чудесно. Привет, союз, враги сзади. Поеду я ему сразу на перерез. Он гоняет просто по всему периметру карты. Я сейчас сразу с моста его и накрою. О, да-да-да-да-да. Прям сюда идет. Ты же мой хороший. Привет! А я тебе говорил, что не убежишь. Все, оружия у него больше нет. Я больше ни о чем не парюсь, просто поеду на заход. И снова МВПшка и 15 бенза. 1500 очков. Как-то у нас через раз получается. То МВП, то слив, то МВП, то слив. Конкретно на таком крафте, просто по моим ощущениям от геймплея, я каких-то конкретных кардинальных изменений прям не вижу. На каких пушках, измененных в патче, вы прочувствовали больше всего изменения, что касается и пробедной способности, и уменьшения размера снаряда? Если взять для примера те же вихри и медианы, по которым не так давно были видосики, вот там, на мой взгляд, это ощущалось намного сильнее. Хотя оно, в принципе, и логично. Если не влом, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.